педагоги. Крымский полуостров имеет многовековую историю, которой более 1,5 миллиона лет. Но с 1783 года он был частью Российской империи, а в год советской власти входил в состав Российской Республики. И только в 1954 году по решению советского правительства был передан Республике Украина, Украинской Республике. В 1991 году, когда произошел распад Советского Союза, независимый Крым, автономная Республика Крым вошла в состав Украины, осталась там. Но крымчане были недовольны киевской властью, которая испытывала политический кризис. И вот 16 марта 2014 года в Крыму проходил референдум, где у каждого жителя спрашивали, хотят ли они остаться в составе Украины, либо хотят воссоединиться с Россией. И почти 97% жителей Крыма проголосовало за присоединение к России, за воссоединение с Россией. И 18 марта, вот завтра мы будем отмечать годовщину этого события, был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя на правах отдельных субъектов в состав Российской Федерации. И теперь мы вместе. История наша неразделима. И мы очень рады этому событию, и в честь этого события и мы пригласили вас на этот концерт. Я с удовольствием еще хочу предоставить слово начальнику территориального управления администрации городского округа Подольск Патрушеву Евгению Викторовичу. Уважаемые ветераны, дорогие ребята, педагоги, действительно, сегодня важный день для нашей страны. Но, к сожалению, в истории нашей страны был такой период, совсем относительно недавно, когда Великий Советский Союз терял свои территории. Он распался на несколько независимых государств, каждый из которых стали самостоятельную политику проводить. Но чего уж греха таить, это действительно так. Каждое из государств стало чуточку слабее, потому что сила, она всегда в единстве. Но тем не менее, в 2014 году произошло поистине историческое событие, когда Крым, как земля, политая кровью наших с вами предков, русских солдат, как земля, на которой базировался Черноморский флот, вернулась в родную гавань, как говорит наш президент, и воссоединилась с Россией. Это стало рубежом, тем моментом, когда Россия стала не терять территории, а наоборот расширяться, усиливаться, приобретать новые территории, новых людей. Ну, люди не новые, крымчане, они всегда были частью России, особенно город Севастополь. И действительно произошло историческое событие, такое как воссоединение. Много уже лет прошло, уже целых 8 лет прошло с того момента, но для жителей Крыма и для всех россиян этот день очень важный. Никто не может забыть той крымской весны, которая действительно подарила многим людям счастье, когда воссоединились семьи, воссоединились территории, когда произошел новый импульс в развитии Крыма. Потому что вся большая Россия стала заниматься Крымом, восстанавливать его, восстанавливать народное хозяйство, создавать инфраструктуру для туризма, потому что такая жемчужина,
такие уникальные территории, как полуостров Крым, они, к сожалению, развивались все предыдущие годы несколько замедленными темпами. На сегодняшний день настроение крымчан приподнятое. Во-первых, они вернулись на свою историческую родину. Во-вторых, у них появились перспективы серьезного развития. И они почувствовали внимание о себе и заботу. Мы с вами должны всегда помнить об этом дне. Помнить еще и для того, что Россия сильна в единстве. И нам бы хотелось, чтобы не только Крым, но и многие другие территории восстановились, воссоединились с Россией и были в нашей большой и дружной семье. Я детям прежде всего желаю того, чтобы вы вот понимали смысл всего происходящего и понимали этот принцип единства. Сила любого государства, сила любой территории только в единстве. Когда мы едины, мы непобедимы. Разрешите мне от имени администрации городского округа Подольска поздравить всех вас с этим памятным днем, с 8-летием воссоединения Крыма с Россией. Всего вам самого-самого доброго. Дорогие ребята, давайте еще аплодисментами поприветствуем наших сегодня гостей. У нас сегодня впервые в гостях директор музыкальной школы номер 2 Янченко Юрий Иванович. И у нас наши давние знакомые и постоянные наши друзья, ветераны вооруженных сил. Похлопаем, ребята. Оставляю слово нашим артистам. Крымская звенящая весна, как же ты сияюще красиво, счастьем изнутри озрена, и спешишь в объятия России. Каблучки по камушкам стучат, локоны струятся золотые, и похоже, в общем, на девчат синеокой матушки России. Для вас поет педагог детской музыкальной школы номер 2 Домничева Татьяна Евгеньевна. Музыка и слова Надежды Бульдовой. Матушка России. Thank you.
всех с праздником. Сегодня знаменательный день. Крым с нами. За Родину, за президента, за Донбасс, за мир. Спасибо. В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей. Могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым – это Севастополь, город великой судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского военного флота. Над Севастополем закаты, как будто кровь течет с небес. В земле святой лежат солдаты, кто с орденами, а кто без. И дело, впрочем, не в наградах, а в том, что волею Христа наш русский Крым на всех парадах нам всем одной наградой стал. Как много крови, слез и пота России пролит за Крым. Но славой армии и флота наш русский дух в Крыму храним. Всех граждан нашей страны, от Калининграда до Владивостока. В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность передавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, и все драматические перемены, которые переживала наша страна в течение всего 20 века. История Крыма – это великий трудовой подвиг людей многих национальностей. Для вас выступает вокальный ансамбль с песней «А ну-ка, девушки!» Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева, Гумача, преподаватель детской музыкальной школы номер 2, Домничева Татьяна Евгеньевна.
ландшафтом, множеством национальностей, переплетением культур. И каждый крымчанин любит свой край, свою родину, знает свою культуру и уважает традиции других народностей. Крым – ключ не только к Черному морю, но и к Средиземному, а следовательно и к Атлантическому океану. Кроме того, Крым – богатейший регион, его экономический потенциал огромен. Самое главное, что за эти годы в Крыму выросло молодое поколение, которое понимает важность сохранения мира на планете. Для вас выступает кадетский класс. Радости, слезы.
нас песня, наши лучшие годы, и останется в сердце этот ветер свободы. Наша концертная программа закончена. Спасибо за внимание.